вот это был берег, здесь мы плавали. О, ездили спокойно. А сейчас плавать будем. Ох, здесь сейчас щутит, а. Ребят, аккуратно, сзади, спереди две мережи стоят. Вот где мы стоим, тут и надо проходить. Все в мережах стоит. Не, ну от этого кола ничего не будет, мы его проходили без защиты. Защита стоит. Не, прошлый раз-то мы здесь ездили без защиты. Без защиты? Мы его изогнули, этот кол. Да, это наша работа. Он болтается, что ли? Здесь все болтается. Ну, немного влево туда выходить. Снова выходить туда. Сейчас вот он, смотри, крыло. Так, одно есть, обновили. Оп. Блин. Что же, не видит, что ли? Сейчас пойдет. Все, вот уже. Так, ребят. Такая раскоряка у ребят случилась. Надо было по нашему следу идти, они не пошли. Взять и поехали. Вот так вот. Не сломай, не рипс. Вандал ты. Что? Куртку забыли. Конечно, не налью. Не буду. Чай еще на тебя тратить. Не буду так. Ну вот правильно, молодец, не будь. Сейчас бунтуется профсоюз защиты мишек. Скажет, как так, Михаил Юрьевичу, чаю не наливают. Тигру мясо не докладывают.
А, ребят? Пишите в комментариях, надо ему мясо докладывать или нет. Не, Мишка молодец. Сейчас камеру выключу, я ему все скажу. Ну вот, ребят, первая находка — авиагильза самолета. Я их собираю, хочу стопки сделать из них. Прикольные какие-нибудь. Ну, пусть будет. Ну-ка. Да пока никак. Донышко гильзы. Вот, ребят, монетка первая. Убитая, конечно. Ухлам. Ух ты. 1768 год. Мишенька, полушка, 1768. Крутяк, а состояние? Ну, для ее года хорошее. Ну да, ребятки, вот у нас и первая находка. И очень неплохая. Ребята, закапывайте за собой ямы всегда. Потому что это одна из причин, из-за которой копателей не любят местные жители. Потому что не закапываются ямы. Ну это, ребят, маленький ключ. Ну вот полушку и ключик маленький. О, ребята, еще монетка. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Сейчас посмотрим. Ай-яй-яй. Жалко, конечно, как алик такой. Деньгу нашел. Не понять. Муха по полю пошла. Здравлямба. Муха денежку нашла. Ну что ж, ребят, находок не так много, но надо отдать должное, все они старые, старые. Ну что ж, ребята, у нас сегодня грусть. Мы сегодня без этого, как его. Ой, как хорошо, она нагрелась. А, мы сегодня, да, без гриля. Мы сегодня кушаем. Плов кипит. Смешание. Смотрите, плов кипит, да. Смотрите, 5 минут.
И все. У Мишки плохо кипит, надо так перевернуть, чтобы он у тебя пропитался. А у меня пшеночка. Пшенная кашка. Малашка. И вот мои две монеты. Еще я нашел пуговицу. Еще нашел гильзу огромную. Авиационную. Второй мировой. И конинку. Ну, это уже не показывал, потому что камера села. А я прошел следами пьяниц. Мишка опять пробок накопал. Ну, с его каркалыгой только пробки копать. У него все одинаково звенит. Видно только, что цветмет или не цветмет. Остальное звенит одинаково. Ну, это тоже немало. Немного, но и немало. Никак у нас Мишка не разживется. Деусом. Деусом. А, Мишка ложку еще нашел. Да, ребят, я нашел. Как раз он себе ложку нашел. Нашел к себе к обеду ложку, ребят. Да. Такую замечательную, не ржавеющую. Дорогая ложка к обеду. Да, цена 55 копеек. Да. Нормально. Вот так. Короче, роемся, копаемся. Пока не особо, но уже что-то есть. Вот у меня, ребят, смотрите, какая именная ложка походная, маленькая, кленовая. От травоведа. Сергей Полонов нам прислал такие ложки. Мишке тоже прислал. Но Мишка ее где-то это самое пролюбил в кармане, да, в зимние куртки и забыл положить. Вот так мы сейчас. Вот это да. Так, тут смысл-то сейчас не наесться как раз. Сейчас, если ты напоришься, нет, я имею в виду, что, ходить не сможешь. Не остается чувство голода. Смотрите, Мишка топчет. Пловчик. Плова ему сварил, пока он тут копал, ходил. Это ладно, фигня все, ребят. Вы сегодня посмотрите, сколько там у второго шерпа вещей было. Они даже телевизор с телевизионной антенной. Со штоком. Со штоком привезли, да. Вот, ребят, отмокает моя гильза. Мощная. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой вредитель ее ударила. Думал, такой сохран хороший. Нет, все-таки кто-то, видите, ее чпокнул. О, что нашел. Интересно, что это такое было? Что это такое могло быть? С лошади? Я таких не встречал еще. Подсказывай, народ. Что это за чудо-юдо рыбакит? Без надписей. Наверное, от лошади. Наверное, от лошади. Ну ладно, возьмем. Во, ребят, какую-то фигурку квадратную нашел. Тяжеленько. Мишань, я тебе еще и вилку нашел. Я говорю, я тебе вилку еще нашел. А я нашел ручку, то ли от ложки, то ли от вилки. Еще припаяешь, то и будет.
Во, ребят, медная крышечка от чайника, наверное. Ну что, друзья, вот и монета. Оп. Вот и монета. Полушка. 1735 год. Хороший сохран, я вам скажу. Мишаня, полушка 1735. Вот, ребят, крест. Что-то я устал уже, эмоций нет таких. Но прикольно, находочки идут. Крест в таком сохране, вот. Такой вот интересный крестик. Бензиновая зажигалка была когда-то. Во, ребят, еще крестик один. Смотрите, какой большой, во какой лепесток, целый, не сломанный. Класс. Класс. Хорош, хорош, чертяка. Хорош, хороший крестик. Таких у меня еще не было. Фу, ребята. Ну что сказать. Рыли мы, рыли и не нарыли. Мишка советов нашел, а я чуть-чуть всяких старостей. Так, в альбом положить. Второй шерп мы не купим пока. Горшок с золотом где-то. Где-то рядом. Где-то рядом, да, мы его чувствуем. Чувствуем, где-то он тут лежит. Ну вот пока нам дорогу не дается. Не дается. Так что пока мы на одном шерпе будем гонять. У нас пока все еще впереди. По телевизору говорят, копатели имеют баснословные деньги. Где они? Вы мне скажите, может, мы не там где-то копаем? База, ну база. Вот так, ребят, вот чего в шерпе не хватает. Вот так вот. Чего в шерпе это хватает, вынимает. С туалетом люди ездят. С биде, елки-палки. Не то, что мы. Еловой веткой жопу вытер и дальше погнал, а? Вот так вот. Вон, тут целая база, смотрите, смотри, тут вот телевизор уже журчит. Водопровод проведет. Не рассказывайте нам после этого, что шерп имеет мало места, смотри. Да, вот это все привезли в одном шерпе. Да. Ну, конечно, куда же на природу без телека? Так может, чтобы обмануть инфляцию, вложить кровно заработанные в драконы. Вот, а мы как дикобразы неделю на природе и не знаем, что в мире творится, елки-палки. Радио Маяк слушаем. Вон лодки размножаются. Два мотора. Ой-ой-ой, еще два мотора, да, бензином? Да. А, вон Меркурий, да. И тут, посмотрите, тут вообще, короче, это все привезли в шерпе.
по болоту, нормальному болоту такому, ух. Да. Надо более подробно попозже вернуться к этому. Молодцы, молодцы. Такого я еще не видел. Правда? Да, такого я еще не видел. Таким опытом и ничего не знаю. Ну так я же говорю, мы, видишь, это самое. У нас минимализм с функционализмом. Вон сколько еловых веток на улице. Это больно. Где крылья обрезаны? Ну вот, ребята, на озере Великом мы приобрели еще одного подписчика. Леха. Привет. Вот Лех себя потом в кино увидит. Посмотрю потом, пацаны. Всем. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.